Всем привет, с вами Димаста. Сегодня я буду играть в игру Outlast. Это будет, ну, вышло дополнение для этой игры, поэтому я решил ее пройти. Ну, само дополнение, то есть. Немного оговорюсь. Ну, давно видео не записывал, просто что-то. Туплю. Ну, я не мог его не пройти, потому что вышло дополнение, поэтому как бы не знаю. Захотел вот записать. Долго я его ждал, конечно. Какой-то чувак. Так, камеру можно двигать? Да, можно двигать. Откройте эти глаза. Вам нужно... Вам можно не просыпаться. Просто откройте глаза. В чем дело? Кто-то ударил вас? Сюда. Позвольте помочь. О боже. Вы заботились об этих целях? Я типа здесь занят. Лоун. Недолго я так буду висеть. И кем я вообще играю? Черт, ну давай же. Что я здесь вообще делаю? Да иди в жопу. Че, у него плавится мозг от того, что он смотрит это видео или что? Два часа назад. И что произошло два часа назад? Итак. Мы не знакомы, но я уже даже не постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я за 2 недели проводил консультацию в программном обеспечении психологическом исследовании. Короче, какой-то бред там, я не смогу до конца прочитать. Так, ну и что? Так, я 2 недели проводил консультации о программном обеспечении психологического исследования Мерков. Немалок Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ним. Здесь стоит что-то ужасное. Я не понимаю, не верю в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли что-то дождалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на мирские страдания. Люди должны об этом знать. Нажмите левую мышь, чтобы послать email. Кто здесь? Парк? Так получается, нашего героя зовут Парк. Это та самая лаборатория, в которой мы были в самом конце в области. Я помню, этого офицера убили тогда еще. Интересно. Получается, мы играем за какого-то ученого, наверное, или что? Нажали какую мышь, чтобы открыть. Так, мы открываем что? Не, тварь, внутри дверь. О. Побежали. Подождите, они ждут вас. Кто ждет? Интересно. Так, и что дальше? И чё? Куда дальше? Проводят эксперименты, говнюки эти. Что надо сделать? А, вот. Типа, сесть. Возьмите заметку, чтобы... Ничего. А, вот. Типа, что-то сломалось? Мистер Парк. Ну и что дальше? Быстрее, чем мы счастливы, мистер Парк.
Стив, томография все еще ничего. Вейланд Парк. Что-то это мне напоминает. Это как, знаете, Вейланд Ютани. Из чужого хищника. Не знаю почему, но это именно это. Дебил рос какой-то. Help me, help me! Помоги мне, помоги! Я не собираюсь меня уничтожить или убить. Не дайте им это сделать, не позвольте им. Ну, я знаю, что вы можете это остановить. Вы должны мне помочь. Вы должны! Эй, успокойтесь, здесь высокий уровень защиты. Все в порядке. Мне что, он спокойно должен был сработать? Присаживайтесь. И что надо сделать? Я думал, он сам все сделал. Ну, боже. Ну, еще долго ждать, крыса? Вы закончили весь парк? Можете идти, не ждать ничего, кроме чистой оценки вашей работы на этих учетах. Ну ладно, у вас есть журнал сеанса терапии. Да пошел нафиг. Что тебе надо? Так. Ускоряемся и бежим. Чудо теперь? Интересно. Так. И что? Опа. Так. Кто-то рассказал историю за бугром наш... Опа. О, понятно. Он свалил то, что типа я написал как кому-то. Контакт на оказание кастации услуг 8208. Инженер-программист с разрешением службы безопасности 3-го уровня. Закончив с личным университетом, но все еще недостаточно умен, чтобы понять. Последнее, что крыса начал прочитать. Пошел вон. Чумошный костюмчик. Тупица, мистер Парк. Тупица. Я так понял, короче, он отослал информацию тому репортеру, за которым мы играем, ну, просто в самой Outlast, то есть они в дополнении. Поэтому тогда и репортер приехал сюда. Is brave indeed, Waylon. The Murkoff Corporation and the onward march of science both. А что сейчас мы будем делать? Неизвестно. Походу нас арестуют или не знаю, что-нибудь там с нами сделают. Поэтому типа в 2 часа вперед или что там было написано тогда? Да пошел нафиг, козел. Взял меня вырубил. Хайсты блогер. Конечно, у меня такой английский, я не знаю, вроде правильно прочитал вы или нет. Я вообще не изучаю английский, поэтому... Извините уж, если я прочитал неправильно. Бывает. А ну да. Но поэтому с нами это и произошло. Эти говнюки проводят какие-то эксперименты над нами. И что теперь? Мы псих? Перед глазами мерещится эта хрень. Че дальше? Ну это тот призрак, который был в этом Outlast. Точнее, я не призрак, а... Как же его звали, блин, я уже и забыл. Так давно проходил, что и забыл. Как же его звали-то? Ну, в общем, не суть, в принципе, да? Походу, господин этот призрак решил всех убить. Мы будем так его называть. Я уже забыл просто реально, как его зовут. И я не пойму, что-то куда нам надо идти, потому что ничего не видно. Так, опа. Чтобы взять камеру, нажмите левую кнопку мыши. О, ну отлично. Теперь у нас есть камера. Ну, как же, так же, как у Outlast. Все видно? Отлично. Он что-то записывает, как всегда. Так, я не понял, как там читать? Просто я помню, когда я проходил, я-то вообще ничего не читал. Давайте, наверное, почитаем, что ли, если я умру.
Я облажался. О боже, где я? Наверное, прошли часы. Или даже недели. Мозг набит электричеством. Они заставили меня смотреть на двигатель морфинетического конденсирования. Мне нужна помощь. Нужно позвать на помощь. Лиза, прости меня. Даже если я умру, я знаю, ты найдешь меня. Я знаю, что ты не успокоишься, пока не отыщешь мое тело. Надеюсь, ты найдешь эту камеру вместе с моим телом. Надеюсь, информация сделает то, что я не смог раскрыть всю правду. Лиза, дорогая, прости меня. Я облажался. Я думал, что делаю все правильно. Но я тупо облажался. Так, а документы? Ничего нет, да? Окей. Он пишет, наверное, не знаю, кому. Может быть... своей девушке или сестре, я... я так думаю, опа. Очередной псих. Моделька не изменилась, его, кстати, такая же, как в Outlast'е. Ну, как, в смысле, просто, для дополнения. Ну чё, он дверь открыл, что ли? Лол. Чё? Не пытается меня убить? О, окей. Хорошо. Надо это не включать. Я же забываю, что нужны батарейки еще нужны. Я помню, как это меня все время бесило просто. Ага, батарейки. Кого-то там опять убили. Почему вообще все так пугаются, когда играют в вопрос? Без наблюдателей заходи. Зарезали чувака. Доктора какого-то. Так, он меня не убьет? Че, это куда идти? Не, он походу хочет меня убить, да, мне. Так, я делал как мыши. Блин, я уже забыл, как что делать. Дайте пройти, а. Возьми нож, проверь-ка нашего друга. Покрась ручки красным. Всегда полезно выражать свою личность и сдержать это слишком долго. Можешь делать что-нибудь, о чем будешь сожалеть. А, типа, и мне надо его разрубить или что-нибудь такое сделать. Братец, пока я не передумал. Куда убираться? Ну, выпустите меня, крысы. Ну, вот, зашал. И чё? Ну, куда теперь идти? Нет, и как всегда, я туплю, по-любому, потому что... А, ну да. Ну, я так думал. Тут твою ж... Тварь. Сюда, иди сюда, слышь, ты чё, офигел? Козел, пошел нафиг. Слышь, ты тварь, я что, не должен был его зацепить или что? Или что? Пошел нафиг. Да, слышь, отвали, я... Мразь. Ну окей, он меня убил, да? А и что я должен был сделать? Так, ладно. Быстро, что-то я как-то сдох. Сразу. Ну, это был неждан, да. Ну, конечно, не так страшно, как тогда, когда в самом начале, когда тварь напрыгнула. Стоп! Стоп. Я, кажется, узнаю это место или нет. Тварь! Я что-то забыл, то, что он встанет и... Так. Так, и что? Что нужно сделать? Стоп. Там убежал чувак и закрыл меня, ну да. Так, а, во. Тут же есть вентиляция. Их, походу... Ну да, я понял. Их, походу, всех уничтожил призрак. Билли, во, я вспомнил, как его зовут Билли. Да, его зовут Билли. Плохая идея. Умираем через... Распешим, скажем, Марку, так мы зачистить это место. Ой, так это эти? Полицейские. Ну, я думаю, им... Будет плохо. Да. Судя по тому, что мы потом обнаружили в этом, когда играли просто не дополнение. Mm-hmm.
Он опять что-то записал. Давайте почитаем, что ли. Так, стоп. Куда ты нажимал, чтобы посмотреть? Вот. Радио в тюрьме. Здесь есть радио. В этой тюрьме коротковолное. Если оно электронное, то я заставлю его говорить для меня. Есть надежда, Лиза. Я вернусь домой к тебе. Моей ошибкой бы было ли вероломство, как ты всегда говорила. Я думал, что слить информацию нескольким журналистам будет безопасно. Я не хотел привлекать внимание. Мерков опасное место, я знаю это. Я считал, что нужно быть незаметным ради тебя, Лиза, и ради мальчиков. Ну да, я так понимаю, это его девушка, скорее всего, наверное. Ну или жена вообще. Но все же нужно было разоблачить Мерков. Рассказать всем и вся, что здесь происходит. Я не могу просто умереть, по крайней мере, не раньше, чем доберусь до радио. Теперь они не смогут это скрыть. Вся система рухнула, здесь слишком опасно. Так, где мы оказались? Какой-то, помните? Так, ну что, отодвинем? Твою! Его же здесь не было! Откуда ты вылез? Фу, тварь! Билли полетел. Дядя Билли полетел. И всех он убил. Пролетает и всех убивает. А, да. Помогите, пожалуйста, я доктор. Мне нужно домой, к моей. Вы не охрана, я был, я просто пациент, как и вы. Я сорвал эту одежду с трупа, которую я нашел. Вы должны дать мне уйти отсюда. Пожалуйста, просто нажмите кнопку, откройте дверь, мы можем вместе выбраться отсюда. Ну хорошо. Прощай. Еще не доктор. Бывает. Так. Как там почитать то, что он опять написал? Доктора больный. Я никогда не видел умирающего человека раньше. Никогда не видел мертвого тела вне гроба. Сегодня десятки убитых, даже хуже. Я смотрел одному человеку в глаза, и тот момент, когда другой разрывал его на части. Утверждал, что он врач. Потом увидел, во что меня одели и изменил свою историю. Сказал, что он пациент. Мог бы и тем, и другим. Они все здесь сумасшедшие. Все больные. Теперь между ними нет никакой разницы. Терапия распространяется, и что же сам такое? Я смотрел, как умирал тот человек, и только думал, спасибо Господи, что это не я. Я знаю, что придет день, и я умру. Но я не хочу быть убитым. Ну, ясен теперь, что никто не хочет умирать. Еще бы кто-то хотел умереть. Конечно, есть такие линии. Так, походу, да. Дядя Билли возвращается. Хочет нас убить. Не так-то все просто. Еще один идет. Думаю, что я псих. Так. Да, идем с питочком. Так. А куда он делся? То чего? О. Нельзя ничего взять. Мне казалось, там батарейки. Нет. Нет. Показалось. Вообще довольно спокойно играю, вот, не знаю, Outlaws, потому что я уже как привык, не знаю. То, что там все улазит, и особо сильно не боюсь. Бывают, конечно, моменты. Так. В ближайшие недели вы можете получить запросы от предоставления информации от ГЖ Лизы Парк из Лэдвилла. Мистер Парк, бывший контракт на оказание консультантных услуг. Так. Ну, это, по-моему... Короче, кто там подал в отставку, какой-то чувак. В общем, если кому-то надо, ну, поставьте паузу и почитайте. Я думаю, что это сильно интересно, конечно, будет. Ну, записки я буду читать, в принципе. Там вроде еще более-менее интересно. Но здесь просто текст.
Куда нам идти? Нашел я этот документ и что? Все-таки может быть здесь как-то пройти, что ли? Нет, наверное, скорее всего здесь где-то это открыть это нужно. Хотя что-то я забываю про вентиляцию, может быть где-то подняться можно. Так. Ага. И что? Дальше нет? Как? Залезай, тварь. Ну ладно. Так, ну и куда нам тогда идти? Здесь выход заблокирован. Ну, еще бы он не был заблокирован. Хм. Здесь тоже. А тут ничего нет вроде. Даже выхода ничего такого. Хотя, стоп. Нет, нельзя залезть. Ну и что нам делать? Я, как всегда, запутался. Уже не первый раз. Ну здесь нельзя открыть дверь, да. Здесь нельзя открыть дверь, значит. Вернуться тоже нельзя, получается. Так, стоп. А, может здесь что-то будет? Так. Ну что? Что-то я не пойму. Куда нам нужно идти? Не, мне почему-то кажется, что надо вентиляцию какую-нибудь залезть. Стоп. Так. Стоп. Ну, вот там, может быть, здесь как-то залезть. Ну, почему-то мне кажется, не зря, что я вот так вот могу залезть. Чё, дальше никак? Почему дальше нельзя залезть? А вот, стоп, можно. Это, ну да. Это как всегда. Это же я. С первого раза не получилось, значит, наверное, туда нельзя залезть. На самом деле, можно. Кого-то там опять и убили. Давай пойдем вот так. Очередной труп. Что там горит красный свет? Ну ладно. О, он что, жрет его, что ли? Давайте пройдем потихонечку. Ух ты. Суп с рукой человека и кровью. Весело вообще. Да. О боже. Пацаны, меня здесь нет. Да, меня тут нету. Но меня типа нету, да. Ты меня не видишь? Я в темноте. Потихонечку крадусь. Тварь. Значит, он не собирался меня убить. Не смотри на нас, я люблю его. Ваше наказание. О боже, еще его сердце. Или что-то там, о боже, сожрал. О боже. Сожрать, сожрать, да, все сожрать. Ладно, давайте почитаем, что он написал. Так. Надо же. Или нет? А, нет, не же. Так, как там я... А, на тап. Да, вот, на тап заметки. На кухне каннибала. Не проси показывать мое тело, Лиза. После моей смерти, когда ты закончишь судебный процесс против армии юристов и корпоративных наемных убийств мерков, после которого сможешь завладеть этой видеозаписью. Не заставляй их показывать мое тело. Просто похорони или сожги. Пусть мои сыновья запомнят меня целиком. Этот человек ест человеческую плоть. Он смотрит на меня, и я вижу гнев. Немного желания, но больше всего голод. Пожалуйста, не заставляй им показывать мое тело. Он боится, что его сожрут ганнибалы, разорвут на куски. Вырвут сердце. Да, в первом власти они вроде не жрали трупы. То
ну не в первом Outlast, блин, я говорю, блин, этот, ну, не в дополнение, а просто в компании. Ну, вы поняли. Так. Что? Куда дальше? А, ну да. Я опять затупил чуть-чуть. Ну, бывает. Я уже записываю почти 10 минут, считай. Там даже больше, наверное. Минута 12. Так. И что? Дайте его. Вот так. Ну, идет сохранение. Отлично. Дун-дун-дун-дун-дун. Если дверь откроется, и снять наручники. Как их снять? Так. Я так понимаю, нам надо вернуться и как-то снять наручники. Только как? Ну, с помощью ключа, наверное. Так, у нас мы батарейка. Так, и где же ключ? Ключ, ключ, ключ. Должен быть у охранника, по идее, наверное, да? Но где он? Сам охранник. Вот что мне интересно. Так, стоп. Нет, батарейки, по-моему. Где ключ? Нет, это батарейка там лежит. Где взять ключ? Стоп. Здесь закрыто. Я что, оттуда пришел? Нет. Почему за мной дверь закрылась? Ну ладно. Ну, в любом случае, нам тогда обратно. Не знаю, где взять правда ключ. Может, где-то здесь все-таки? Так. Может быть, вентиляцию найти? Я не знаю. Посмотреть. Потому что... Я чуть не знаю, куда даже идти теперь. Ну, получается, чтобы снять наручники, нужно найти ключ, я так понимаю. Ну или как? А, ну ладно, да. Я не думал сделать вот так. Там кто-то есть или что? Просто так, что ли, такая музыка? Ну, еще бы там кого-нибудь не было. Дядя Ганнибал. Дядя Ганнибал. Наверное, тот этот, ну, точнее нет, ну, вот знаете, вот предыдущая Outlast, нас все время преследовал этот такой говнюк большой. А теперь нас будет, наверное, преследовать этот Ганнибал, скорее всего. Я просто в этом уверен. Он хочет нас сожрать. Да. Давайте присядем. Посидим. Ну зачем ты идешь сюда? Моя, ты мой! Моё, пошел вон, тварь. Меня бесит эти дрёвники. Все равно тут прыгает, так. Shift. Так, я походу бежал не туда и... Да иди нафиг! Тварь, как бы тебе избавиться? О, так. Теперь... Я думаю, мы убежали. Скорее всего. Ой, или нет. Сныкаться все равно нигде. Ну да, убежали. Так, о. Здесь можно куда-то залезть. А ну-ка. Фу, блин. Я тебя не понимаю. Я помогу тебе. Ну, это единственное, что я понял. Почему они не до конца перевели? Они что, кривые, что ли? Твари. Секрет. Типа, я скажу тебе секрет. Или мне нужны секреты, или что такое. Открой. Что-то открой. Я тебе расскажу секреты, что... Или типа, развяжи меня, может быть, не знаю. Ты же мой друг? Так, подожди секундочку. Мне нужно...
я помогу тебе. Ну, короче, я не знаю, я такой переводчик, знаете. С меня хреново переводчик. Ладно. Так, а вот это вот ключ. Да, ключ от наручника. Там чувак выломал дверь. Еще бы он ее не выломал. Дохлые охранники. Так, батарейка. Пригодится. Вперед. Куда, интересно, он бежал? Ну кусок говна, иди нахер, тварь, а? Тупой урод. Сосай, насылай, азаз. Лох. Лох. Так, ну чё, откроем наручники. И свалим отсюда. Батарейки закончились. И где это мы? Какой-то жопе опять. Отлично. Было прикольно, кстати, если бы какие-нибудь похожие места еще встречались. Southlast просто тоже. Ну вот как вот, например, Талоба Аутория. Просто здесь какие-то места не такие. Незнакомые, что я сказал. Так. А, ну ладно. Дверь вламывать, тварь. Фу, блин! Вот с этого я реально напугался. Мое мясо. Пошел нафиг! Слышь, козел. Че, он передумал, что ли? Оставайся там. И готовь. Вот урод. Слышь, что мне делать? Ты чё, тварь? Опа. Можно выломать эту стенку. Ломаем быстрее! Да быстрее, ты чё, тупой, что не можешь сломать её, что ли? Неужели? И там кто-то стоит. Ты будешь моим. А нет, не понялся, шкаф. Он хотел нас жарить и сожрать. Я просто в этом уверен. Так. Нет, нам точно не сюда. Ты так и залез. А, тут можно еще сныкаться будет, да? Хорошо. Что это у нас? Документ. Я думаю, там, наверное, какая-нибудь ерунда, но может почитаем, не знаю, максимум. Выдержка из записи доктора Брюса Ньюхауса. Ну, это доктор, он был работником лечебницы Маутмейс 1958 по 1965 год. Отец Кларк. Не стану лгать священному служителю, но позвольте мне, по крайней мере, сказать, что я сделаю все возможное, чтобы повысить безопасность рабочих условий. И остальные сотрудники по достоинству оценят все, что вы делаете для наших пациентов. Если вы чувствуете, что от кого-то исходит угроза, просто дайте нам знать, и мы либо повысим фармакологические ограничения активности, либо назначим лоботимную или какие-нибудь прохожие. Короче, плевать. Не хочу читать. Ну, дверь не закрыта. Понятно. Так. Куда нам идти? Окей. Да. Бывает. Фу, блин. Thank you.
Он чуть не сдох. И что дальше? Типа тоже нычки или что? Батарейка. Как раз нужно, а то у меня кончается уже. Так, ладно. Вот если нам все-таки сюда надо залезть, откуда я упал этот клоун? А, только как? Стоп. А, тут железница есть. Че я топлю? Почему здесь труп упал? Наверное, его сбросили, да? Так. И что? Может быть, нам наверх как-то залезть, наверное? Да, скорее всего. Как-то наверх надо залезть. О. Залез. Так, походу выше и выше надо залезать. Опа. Так, и куда теперь? Что-то я не понял. А, ну да. Да, конечно, не повезло чуваку. Походу опять это летающий твою. Пошел нафиг, а. Нельзя уйти. Блин, бесит. Почему нельзя зайти туда? На 1, на 3. На, ну, наверное, наверх опять? Или нет? А, вот сюда. Ну, ну ладно. Но обратно мы точно не спустимся. Ну вылазь, чё ты? Ля, крысь. Лол, ты чё? Я же думал, скрип завис, что ли, или что-то такое. О, всё. Там батарейка, блин, а как её достать? Дверь не открывается. Ну ладно, здесь можно спрятаться. Не просто так они ставят здесь их. Почему я в камеру не могу? Чё за? Где моя камера? Чё, тварь? Камеру достань. Я вот. Думаю, сейчас дойду, наверное, до контрольной точки и... На этом, наверное, серию прохождения первую завершу. Потому что уже довольно долго снимаю. Так. Опять этот говнюк вот нам пиляет, я чувствую. Жрят. Сказал, чтобы... Я же говорил, что будет открыто. Опять этот петух! И да иди нафиг! Он не бесит. Это я так и знал, я слышал звуки этого пилы вонючие. Кстати, они по этой дороге убегали, вот эти чуваки. Наверное, от него по-любому. Ну, то есть психи, в принципе, убегали, ну, ну ладно. Ну, вот и мы убежали тоже. Так что, пошел отсюда. Пошел вон, клоун. Не догнал даже меня. Так. А нет, показался этому документ. Фу, тварь. Выключи газ, пожалуйста, я не могу. Отключи газ, и как это сделать? Умник. Что-то мне кажется, что здесь надо где-то залезть опять, наверное. Да? А,
Ну да. Как всегда. Я протупил. Ну и что? Ну, мне кажется, не зря сюда вход сделали. Что-то здесь надо сделать, наверное, или нет? А, ну. Ну ладно. В таких элементарных местах теряюсь, конечно, капец. Опять эта тварь там выламывает дверь. Ну да. Слушай, я не хочу открывать дверь. Чё тебе надо? Чё тебе надо, а? Лол. Бам. Бам. Ну ладно. Опа, я спрятался. Ёпта. Ну ладно. Пойдемте дальше. Не, конечно, Outlast просто сам был намного страшнее, чем дополнение. Ну, во всяком случае, пока что. Здесь можно сныкаться, если что, потом. Тут он мне этот шкал убил. Да иди, ну, ну, тварь. Только я сказал насчет того, что... То, что здесь можно будет спрятаться от этого пушка. И вот она вылезная. Я же пацан серьезный. Всех убиваю. Я думал, он видел, что я сюда зашел, поэтому я сныкаюсь под кровать. Ну да, еще бы он не видел. Ух, короче, сейчас он вылезет, получит дверь, выломает. Я, наверное, завершу на этом сейчас. Свою серию. А меня там нет, лох, ты меня не видишь, что ли, отсюда? Слепая мразь. Не знаю, что я вам сказал. Ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите дальнейшее прохождение, ставьте лайки. Но вот это вот в моменте я, наверное, завершаю серию, в принципе. Сейчас музыка сойдет. Хотя ладно, плевать. Ладно, всем удачи, пока.